Всем привет, зрители наших каналов. С вами Black, Сильвер Уфа, Артур, Максим Шествила и Джек Шепард. Надеюсь, вам понравилось. Я умру. А я не могу, ребята. Давайте, я не знаю, я веду машину, смотрю на карту. Ладно, все, серия пошла. Главное, что поздоровались. Всем привет. Я при смерти, ребята хотят меня спасти. Куда мы едем? Я налево хочу... давай. Мы едем либо в Березино, либо в Черногорск, либо в Электрозаводск. Ну, нам по-любому мимо старого и нового собора придется пропилить. У нас хорошо, ночь, плохо. Как вы помните, в предыдущей серии у нас случилось несчастье. Причем не одно. Артур потерял руки, ноги, зрение, голову, здравый рассудок. Да, я тут в машине теряю сознание время от времени. И, кстати говоря, говорят, что когда теряешь сознание в машине, есть вероятность того, что ты выпадешь на дорогу на такой скорости. Да, если это случится, то... Мелит просто. Нет, я не терял. Если ты не упадал на него? По основной дороге едь, да. То есть за сегодня я уже раз в 4 потерял сознание. Так, да. Вот здесь можно заправиться, я тут бывал проездом. Здесь ребята, есть мне страшно. Амбарчик с ангаром, да, давайте там проверим, что есть. Крови мы тут не найдем, и морфина тут... Понятно, что крови не найдем, но хотя бы что-нибудь найдем. Все, выходи. Ребята, мне плохо. Так, все, Артур, сиди, не двигайся. It's all gonna be alright. Ага. Так, я пока заправлю вас. Так, здесь винчестер лежит. Кидай его в машину, я его с удовольствием возьму вместо Ленфилда. Просто винчестера, патронов нет. Есть патроны магазин, же у нас. Магазины для макарочек. У тебя же мой винчестер. Да-да-да. Артур, вот, прыгни на водительское. Здесь есть дрова будем брать. Так, я прыгнул на водительское. Зачем нам дрова? У нас, кстати, движок немножко раскоцанный. Да, я знаю, у нас бензин. Полный бак. Все, полный, отлично. Пересаживайся назад. Бандаж, наконец-то. Фаер. Я пошел коровник лутать. Тоже. Пейнкиллеры нужны кому-нибудь? Беди, ну, конечно. Не-не-не, это... в машине лежат запасные. А, так-то нет, у меня боли-то нет. У меня просто перетряхивает всего. Ох, как мне, блин, тяжело досталось. Я сам виноват. Иду в коровник. Главное, как признать. Да. Так, никто не замерз, хитпак нашел. У меня есть хитпак, если что, я дам кому-нибудь. У меня 41, я тоже один брал. Я возьму, положу этот, в машину. О май гад. Что со мной произошло? Мне сломали лодыжку. Я не могу ходить. Если мы тебя сейчас вылечим, это будет эпик. Вывести человека раненого, без ног, с аэропорта. У нас есть топор еще один. Топор, да-да-да, нужен. А, он же у всех топор есть, да? Мне нужен топор. Да-да-да, вот шестриль нужен. У меня, кстати... ко мне идет, да? Ага. Да. Ребята, вы меня оставили прямо на самом таком лобном месте этого города. Я боюсь. Если ты... Все в порядке. А если чейзет зомби тут убить? Есть? Чейзет. О, класса, патроны. Здесь есть чейзет. У нас же один чейзет есть. Мне нужны патроны к нему. Нету, просто чейзет лежит. Галима. О, да-да-да, когда теряешь сознание, выпадаешь из машины. Я выпал. Take Jerry Can, беру. Ты только что упал и выпал из машины? Да. Господи, это ужасно, Артур. Как мы с тобой я поедем? Знаю. Аккуратненько, без потихоньку. Сознания? Я могу да, сделать, я без сознания. Загрузить раненых? Не приходи сюда, пожалуйста. Но это уже зависит от игры. Она сейчас меня может отлежаться, я могу и подняться. Да, вот он сам поднялся. Черт возьми, лежи, не вставай. Так. В багажник меня закиньте, ребята. Сейчас сделаем. Так, нужно тебе прострелить колено, потому что, чтобы ты... Не надо ничего мне простреливать. Я прикалываюсь, чтобы ты... Когда ты снова потеряешь сознание? Когда-нибудь, я не знаю. Ну-ка, давайте попробуем встать, чтобы больно было. Ребята... Давай, сделай что-нибудь, ты должен отрубиться. Какие садомайзер там какие-то вообще. Ну, давайте, лутайте быстрее уже. Мы уже явно полутали все. Ждем теперь, пока ты отключишься. Нет, может, тебе три обезболивающих принять, чтобы ты полностью там, да. Чтобы отъехал просто, да? Да. Он такой проснулся в холодном поту. Мужики, где мы? Да мы добрались, братиш, добрались. А тут, похоже, от этого не зависит. То есть, что так, что эдак, вот как упадет, так упадет. Ну ладно, черт с ним, садись. Блин, морфин, где бы морфин взять? Один морфин, и все было бы решено. В больнице где?
Ну, мы не только в больнице находили. Загружаемся, господа. Зомбак подожди, идет. Подожди. Зомбак идет, да. Он сагрился. Он на меня. Прыгай в тачку. Да нет, все нормально, я еще запилю. Он к нам идет. Поц. А нет, он идет сюда туда поц. Внутрь. Прыгай в тачку. Да, I killed him. Я проверял этот сарай. Я хочу нам машину положить этот. Канистру. Шибко не разгоняйтесь, если что, потому что если я полечу, то я точно себе там вообще все поломаю. Уже наглухо. Блин, потерять бы мне сознание вот прямо сейчас. Да, было бы неплохо. Ты же недавно все, я сел. Я только что два раза терял сознание. Вот я все я стою. Ты просто стоишь. Но при этом я без сознания. Я скоро приду, вы не успеете. Ты лежишь. Он уже пришел в себя, похоже. Да. Давай садись и поедем на всех скоростях. Вывезите меня из города, а там будем примерно смотреть. Цикл отчитывать, да. Сейчас выезжаешь вот, налево, да, и налево по дороге. Плохо. Посередине города, главное, не выпасть мне. Ой, за нами бежит. Я сломал забор. Давай. Здесь эти столбики вообще фиг. Пацаны, быстрее, зомби. Я сейчас выпаду, я не хочу это в центре города делать. Там где зомби. Все, газуй, сейчас по прямой будем ехать. Ой, блин, ну конечно, с этими лагами я бы не сказал, что мы по прямой едем. Это вообще, ой, в забор уехал какой-то. Вообще безумие. Я тут распетлял через весь мусор, ни разу не врезался. И это не лагучий сервер, при том, что... Ну, лагучих там вообще, наверное, он улетает. Так, Артур, если ты сейчас отключишься, я хочу сказать, что мне было приятно. Сбрасывай скорость, побоевать. Подъезжаем. К старому собору подъезжаем. Нормально, нам нельзя становиться старым. Ему нельзя выпадать в старом, ты понимаешь, что там? Ребята, мне так плохо. Сможем магазинов в старом остановить? Зачем? Это будет смерть. Ну ладно. Я там останусь в магазине. Есть. Ну, там хавчика нашли. Я останусь в магазине, вы в Березино поедете. Артур, не вздумай сейчас выпасть. Делай, что хочешь, но не выпадай. А нет, я не останусь, у меня нету, потому что оружие. А, у меня винчестер есть. Винчестер с патронами мой. Нет, ладно, пока едем. А там уже, если что, я поползу куда-нибудь. Если что, конечно, я, скорее всего, умру. А сейчас мы выйдем из города, я загружу винчестер в машину. Потому что я сейчас, скорее всего, погибну, похоже. Ух ты, как мы прыгаем. По горке прям. Но это у нас, это у нас. Да, это у нас. Так, ребята. Это старый собор, да? Да, мы уже почти выехали. Ну-ка, как с видом от первого лица? Ой, я сзади сижу. Да, с видом от первого лица. Тебя бы вообще на заднее сиденье положить и все. Да, и привязать меня к нему ремнями. Именно, ты куда там? Пытайся выбраться, псих, не пытайся. Я тебя сойду. Так, кстати говоря, сейчас будет новый собор. В новом соборе, там прямо около коровника, в том стоит, в котором постоянно что-то хорошее было медицинское. Да, в котором мы тогда были, да? Как двухэтажный? Нет, я сейчас, в смысле, высажусь, наверное, туда поползу, может. Да зачем? А нет, там место проходимое, меня просто грохнут рано или поздно. Да сиди в тачке, приедем сейчас в Березино. Я сейчас выпаду просто, посредине города. Не выпадешь, я договорился уже обо всем. Ну ладно. Куда нам, чтобы в Березино? Какой Березин? Где, мать вашу, Березин вообще? Березин на берегу находится, на самом юге. Ой, севере. Ну нам сейчас прямо по дороге мы проедем мимо этот поляны, от поляны направо. Ребят, я хз, где Березин находится. Наверху находится оно, в правом углу. Ты не на ту дорогу свернул. Нормально, сейчас уже поздно. На какую? Я могу развернуть. Развернись, да, сейчас едешь обратно и на перекрестке поворачиваешь направо. Там будет не небольшая дорога, а такая как бы поменьше. Парни, понял, я сейчас выпаду прям по центру. Давай, едь. И выпадешь. Я по мапе нас буду как это ориентировать все больше. Хорошо. Артур, хочешь прямо. Ты вообще как... А, чертовы заборы. Я вообще как? Я вообще при смерти. Не, понятно, я чуть крови не истек. Ты что-нибудь видишь сейчас вообще? Дорога, ну я так-то будет, вижу. Видишь? Я первым делом направо осматриваю, куда мне отползать, если я выпаду. А здесь точку снайпера показали, мимо дороги, по которой мы будем проезжать в лесу.
Замечательно. Снайпер? Но я не думаю, что сможет колесо с такого расстояния отстрелить. Ты не думаешь, да? Так, а чем мы сюда приехали? Едь-едь-едь по дороге. Куда ты поехал? А там завалы, там не проехали. А, понятно. Вот про этот дом я, кстати говоря, говорил, что давай в нем вылезем. Бывает что-то хорошее. Зачем? Ребят, лучше не надо. Ты снайпера в лесу увидел, больной. Да он не снайпера в лесу увидел, он увидел на карте указку. Я увидел на карте, там вдалеке, по нашей дороге, по пути, будет там где-то метров 500 снайпер. Пусть будет, все, поехали. Едь по прямой, пока. О, парни. Ведь у меня будет сейчас полсерии на карте смотреть. У меня полсерии сейчас, если не вся будет при смерти. А что, в Березино разве больница есть? Да, есть. Ладно. Мы как-то вообще Березин стороной обходили. Да, мне, блин. Да-да-да, все правильно едешь. О, я выпал. Ах, сейчас я... Ай, притормози. Стопой. Он выпал? А я не выпал. Ну, я потерял сознание, но не выпал. Едем тогда. Может быть, исправились патчами? Так только что выпадал. Смотри, он лежит на переднем сиденье от первого лица. Ну-ка. Гадля, ты чё тут развалился, как охрен? Так, подожди, что, тебя в космос запускать, нет? Так, подождите, сейчас она меня придет в себя, все будет нормально. Торпеду тебя выпустим сейчас из машины. Капец. Так развалился смачно. Если я не вижу, я вообще ничего не вижу. Чел, выключай. Я сейчас, возможно... Лучше бы нам ставить, когда он будет садиться. Так, ну притормози. Просто повалиться вниз. Стой. Притормози, остановись. Так, get out. Вышел. Стоишь. Заходи обратно. Теперь ride and back. Ну лучше так, чем на скорости вылететь на дорогу. Мне показалось, так. Ли он сейчас стоял на обоих ногах? Да-да-да, стоял. Да-да-да, он стоял, просто если я попробую идти, то он упадет. Давай сейчас, можешь потом с шифтом гнать. Сейчас всю прямая будет, давай. Я не... Мочи. Ты что-нибудь видишь без справа, фара вообще? Вдалеке будет снайпер. Слушай, справа я не знал, вдалеке. Что шифтом можно ездить, и нет. Да, да, можно. Новые технологии. Но ты бензина больше жрешь. Ощутимо. Бензин не кровь. Это мне напоминает, знаете, старые игры такие, типа, ну как, блин, не знаю, на Денди носи, где у тебя машинка едет такая маленькая по карте, ты ее управляешь. Сейчас тоже самая маленькая синенькая машинка, я рулю ей. По дороге. Да. Сейчас будет небольшой заворотик направо, потом небольшой заворотик налево. Это мы сейчас в горку не приехали. Мне так страшно наблюдать, ты все деревья у меня собираешь. Хорошо, что только у меня. Есть. Если, Артур, ты сейчас не пойдешь на скорости 106 километров. Прямо? Да-да-да. Не обещаю, что ты останешься жив. Подъезжаем к горке. Ребята, вы меня высадили перед въездом туда. Что ты так хочешь выйти? Я боюсь умереть. Мне кажется, он заминировал машину. И таймер уже подходит. Если ты выйдешь из машины, это смерть. Давай едем, сейчас будет остановка слева-справа. И нормальная дорога, наконец. А, то есть мы просто проезжаем насквозь и... Да. Мне показалось, вы что-то там полутать хотите. Не-не, горку проезжаем, да, насколько. Да, тысяча крови у человека, мы тут хотим утонуть немножко. А, кстати, когда мы сейчас перекрест доедем, справа от нас будет заправка. Да, есть такое. А потом поляна, а потом факторка. Ага. Так, ребята, нужна кровь. Но нам ни к поляне, ни к, и к факторке не надо. Мы у нас спичек нет? Чем мы встали? Потому что я не знаю. В городе. А, ну тут, в принципе, чуть проезд, объехать по дорожке по какой-то можно. Но там, по-моему, какие-то строения с людьми. Ну как с людьми, с этими. Так, забор. Это, конечно, хорошо. Давай. Так, вроде объехал, да? Да. Ну ладно. Все, по прямой топи. У меня так размято, что я даже времени не вижу. Время? У меня, помню, 9:20. Ну, короче, друг не знал, ну, хотел сказать мне, где он находится, чтобы я привил ему кровь. И он все было настолько размыто, что он стоял в упор к знаку с названием деревни и в бинокль пытался спалить, как называется. Че, поедем на заправку?
Да нет, нам... Ой, не, притормози, притормози, притормози. Заправка слева от нас. Я сейчас выпал. Что такое? Что? Выпал прям? Да, ты вышел, похоже. Ты вышел, стоишь, а весь рост как предыдущий. Пошли на заправку, вон она перед нами. Нам вообще ты в другую чё? Сторону потом. Нам в другую сторону, так, все, я туда сел. Поехал. Хорошо, ты сел. Ты гигантский значит, крюк сейчас будешь делать к березам. Значит, разворачиваемся. Да. Стоим, блин, у заправки. Зачем нам заправка? Потому что мы недавно заправлялись. У нас три канистры с гребаным бензином и полный бак. Кто говорил, да, что да, у нас да. должно быть дохрена канистры с гребаным бензином, чтобы, блин, про запас... Ну, три канистры это уже дохрена. Я опять потерял сознание. Он выпал! Артур, как бы зомби. Я в курсе. Я сажусь, валим, валим, валим. Ого, все, он сел. Куда-нибудь увезите меня отсюда. Как плохо быть тут мной. Вообще. А во, все. Карта сбайнула. Джек Шепард, так, не нервничай. Мне нужен фонарь, короче, я больше так не могу. Включай. Да-да-да, уже достаточно сильно потемнело. Может быть, мне надо было вперед сесть и этим. А, у тебя же G17, веди вперед. Какой нафиг? Ты чё, Джек Шепард? А чё мне вообще? Чтобы у нас была только одна фара. Тройная сила. Что ты знаешь, всё будет каким-то образом фары не разбили. Давай, такой вытащил пистолет и светит фонариком. Ты такой бесполезный все равно. Да, прямо? Прямо. Все, я помню, мы сейчас приедем прямо вперед. Да. Так, глушу фонарь, тут как раз не лес, все видно. Так, ладно. Вот черт возьми. Я даже не думал, что мы сделаем это. А мы же like... совсем близко уже. Мы уже да. все, к Березину почти приехали. Отлично. Так-то. Метров 500 и все. Вы прям в Березину хотите заехать? Нет. Ну нет. Перед ним где-нибудь стопнемся. Джек, поохраняешь Артура, я скажу на больничку. Ок. Давай. Вот сейчас мы проедем, здесь будет лесополоса, может, не машину оставим? Может, лучше меня в машине оставите, а сами пойдете вдвоем. Вы с Джеком, уж... вы с Джеком сойдете с машины. Куда ты едешь? Все нормально. Так, ну ладно, тебе решать. Так. Все, наша остановка. А, может, в лесок заедем получше? А вы сейчас отойдете и ляжете вон в кусты и будете пасти машину. А может быть, лучше все-таки в лесок ее убрать, и тогда пасти там и будет легче? Осторожно, я за рулем. Хорошо, давайте, рулите, я пошел, встретимся. Ой, тут дерево. Здесь. Через Шепард, не влупись, с поворотами осторожно. Включи фонарь, неудобно. Все, я пошел на больничку. Вот туда наверх, в этот, заезжай, в лес. Только не влупись и не разгоняйся. Они тут очень инертны, у них управление. Я понял. Так, прям так постоянно фарами светить не советую, потому что Березина уже поблизости. А тут постоянно кого-то убивают. Это постоянно, постоянно меня пугает, постоянно. У меня что-то на этом сервере прям очень мало ППС. 13, 12. Да-да-да. У меня сейчас 20. Знаю, у меня нормально. У нас нет компа, как у тебя. Да Шустрилов, ты все-таки, блин, кровожадный человек. Оставил машину на дороге и говорит нам пасите. Специально, чтобы люди подходили, мы их убивали. Ага. Так а прикинь, там кровь, морфин, все дела. Ага. Или кровь у нас, и без морфина, и руки-ноги поломаны, все дела. Вы ж ночью, вы, у вас преимущество, вы в укрытии, ага. ловите на преимущество машину. Преимущество у того, у кого ПНВ есть. В Березина людей с ПНВ нет. Так, ну может быть. Мне кажется, мы приехали. Да, глуши движок. Так, Анжинов. Все, отлично. Так, ну что, рассказывай мне анекдоты, давай, Джек Шепард. У нас в салоне есть лампочка, нет? Я не уверен. Лампочка. Как у тебя дела-то хоть, братиш? У меня? Тысяча. Да, если я головой кручу, то это видишь? Я в такой темноте вообще ничего не вижу, но да, вижу, как ты крутишь головой. Так, я почти на больничке. Отлично. Так, Джек Шепард, может быть, ты отойдешь куда-нибудь в кустик вон туда, к лесу, если меня увидят, меня убьют и полезут в машину, ты отомстишь? А то так первым делом, черт, я думаю... тут флайера! Тут зеленый флайер на лестнице, есть мнение, что на больничке кто-то есть. А флайер он специально кинул, чтобы подсвечивать, ну, жертв. Бляха, плохо.
Уходи оттуда, ладно, нафиг. Это радует. Нет. Если он думает, что он самый умный в этом селе, то это сейчас, не так. Похоже, мое положение будет не самым печальным в отряде. Да. О, как мне плохо, как меня поломало. Шаха наша вывозит, если бы не она, было бы вообще все печально. Я бы тогда просто, на самом деле, заставил себя пристрелить бы. Блин, грохнул бы меня кто-нибудь, я бы сейчас от берега добежал бы до вас за минуту. Это неправильно. Не проси меня, брат. Это неправильно, это не отыгрыш роли. Так, я сейчас винчестер. А если бы ты у нижнего резнулся, мог бы пробежать. Да нет, ладно. Сейчас я сложу винчестер. Все, я пойду в гору. Я положил винчестер в машину. Хватает, я сейчас все это. Как топор обратно убрать? Да я упал опять. Прямо в тулуб. А да, это тулуб, все понятно. Я возьму винчестер и возьму патронов немножко. О, я же забыл совсем про наши читы. Выпал из машины опять. Да. Я забыл про наши читы, что на карте палится. Ну, так, посмотри, видят. Джек Шепард в машине, то, что я сложил, нет? Винчестер, то есть? Мой винчестер в машине, твой нет. Все, ты его забрал, да? Не-не, я свой еще положил, у нас там двоих должно быть. Нет, ну тут один был, и его как будто вот только что ты взял, он я пропал. Я только что взял, да. Тот, ну да, я вот же этот положил. Один был. Нет, это я сложил. Значит, твой в сумке. Нет, сумка пустая. Ну, короче, я положил, ты его взял. Самое главное, чтобы я просто боялся, чтобы он у меня не пропал. А дальше уже... Вот ты положил патроны, да? Да, сейчас я их положу к себе в этот. Так, вот мой Ленфилд. Перезарядил. Все, у меня есть 15 выстрелов. Отлично. Так, все хорошо. У нас, кстати, жатвы вообще нет практически. Чего у тебя там шустрил? Мы тебя не отвлекаем пока, да? Нет, нет, все в порядке. Но я думаю, сейчас мне придется сделать такой не очень обдуманный поступок. Только не вставай, не беги как псих и не кричи. Я здесь, сволочи, заберите меня. Ой, хочешь кусочек меня, подойди, да. Возьми. Так, слушайте, а патроны от Макарова же не подходят к Глоку? Мне нужны патроны от Макарова. Нет, ну у нас три обоймы здесь. О, крутяк. Крутяк. То, что нужно. Я это слышал. Так, ладно. Питерса закинем сразу к себе. Тут мухами воняет. В общем, похоже, что на больничке действительно идет война. Но... что поделать, я должен спасти Артура, это моя обязанность. Да, я залезаю. Че, я тогда, наверное, запись пока остановлю. Да, господи, просто ускоришь потом. Только не стреляйте, мне кажется, зря ты это делаешь. Ночь, тишина, и у вас ты машина. Я залез. Нет. Я зашел на больничку. А вон ты слева ползаешь, вижу. Все, я проверил всю больничку, здесь чисто. Фу. Давай пакет с кровью, дичь. Так, сейчас. Морфин вообще. Морфин, да, этот. Как он? Желтенький такой. Я нашел. Адреналин. What is this? Короче, is this? эти гребаные мародеры обчистили весь пакет с кровью. Ой, весь ящик с кровью, с бинтами, с медикаментами. Он стоит, тут в нем только патроны для снайперки и все. Там же их несколько. Один ящик стоит вообще. Один на крыше, по-моему, стоит, и один внизу в здании, где стекло надо разбивать. Ну, даже не один, там несколько их. Но это все не в Березино, да? Это в электрозаводске. Нет, здесь тоже. А они здесь... одинаковые. Они, эти больницы, они одинаковые. Ну, а, тоже, значит, там стекло, да, разбиваешь, да? Да, и три этих. Или там даже четыре или пять коробок. Сейчас это сделаем. К стеклу я не подходил, я просто пока осматриваюсь. Несы готовы везде флайера. Понятно. И 9 ФПС накрывает то. Я даже, блин, тут маркеры можно пока читать. Один маркер. Germany Beach. Внизу там где-то слева на этом, на Сосновке. Pussy ass снайпер. По Черногорском на воде вообще. Please mark vehicles, короче. Кто их будет тогда? Germany Beach. Снайпер. Pussy ass снайпер. Пусиас. Ну-ка, надо сейчас на Березина поставить шустрила, хир. Я, наверное, после этого перезиду в арму вообще, потому что...
Не, здесь из-за сервака чисто, по-моему, или из-за того, что мы с тобой такие. Импасибуру. Что 20 с лишним FPS только. Так, вот я подхожу. Артур, пошевелись где-нибудь. А, ты в лазе сидишь. Угу. Сейчас Артур включит фары и такой: я поехал навстречу свободе. И в подъезде выпал. Есть. Слышь, а прям в стену надо стрелять, да, чтобы разбить? Топором по стеклу надо ударить, да. Топором можно? Можно топором. Топором беззвучно. Там только на котором эти, типа, маркировка стоит в больнице. Разбиваются. Да, есть. Кто стрелял там? Думаешь? Справа от нас, думаю, да? Я слышал, да. Ну, справа от тебя, слева от меня, со стороны березы. Один бандаж в ящике с медикаментами. Вот это да, вот это я понимаю. Там помочь. Же как? Ты ведь знаешь, да, как это все работает? То есть ящик надо сначала взять, то, что там обычно вещи рядом с ящиком, респать. Да. Я нашел два морфина, короче. Клево. О, замечательно. Я сейчас быстро это все лутаю и бегу. Давайте в машину на дорогу выводить. Лутай еще и кровь. Пакет. Я понял. Спичек ни у кого нет, еще раз спрашиваю, да? Нету, да. Где эта кровь? Черт возьми, нигде нет крови, только бандажи и эпипены. Это ты бегаешь вокруг меня? Да-да-да. Ну кто еще вокруг тебя будет бегать? Да я ничего не вижу тут в темноте. Кому-то нужен. Выруби свет. Я не знаю просто, куда ехать без света. Здесь темно, как в заднице. Один пакет крови нашел. О, какая прелесть. О, это прям для меня, да. Вот сейчас, если тебя убьют, то прям в фору музыку я не у Морриконе будет рубать. Назад бы сдал просто, у тебя же прямая дорога выезд. Я сейчас выйду так. Только крови. Не выпись, она быстро вообще разгоняется. Вообще нету. Один пакет всего, да? Да, вот я уже четвертый ящик обыскиваю, нету крови и все. Это плохо. Все, мы выехали. Мы палимся, Джек Шепард. Пока что подожди, не подъезжай к дороге. Как он скажет, что подхожу, подъедем. Ага. Лучше ты, Джек. Есть еще два пакета крови, отлично. Можно шикарно. Братиш, там просто вообще капец. Вот это все, все к тебе полезут смотреть. Шустрил у нас эпичный парень. Просто наворовал медицины. Уходи оттуда. Еще рано. Жадность фраера погубит. Сейчас. Эпипена почему беру. Все, выхожу. Слева по дороге идет одинокий зомби. Я выпал. Вдоль этих. У меня 8 проводов. FPS, я бегу на дорогу. Их 3. Джек, фары, пожалуйста. А. Фары и на дорогу. Подожди, выпал. Сейчас я. Нет, Артур, нельзя сейчас выпадать. Беги. Давай. На квадрат, короче. 61-115. Где первые елочки на карте нарисованы? Я не могу включить карту, за мной хвост. Ну раз он бежит, то уже выезжай на дорогу, да помигаю фарме. Где-то, вот сейчас как попросят. Рядом с заводом, помнишь, такой стоит слева от дороги? Ну, для вас справа будет. Такое здание. И там это птички, вот я тут. Но если сейчас выйдете на дорогу, я увижу. Господи! С тобой много там? Селюки, я не знаю. Ну я вижу троих, но их должно быть больше. Я вижу мне... фары, я вижу фары, кто-то мигает. Это был я, да. Включи еще раз. Вижу вас, вижу, отлично. Выходи на дорогу и тормози. Повернись сразу удобно, чтобы уезжать. Ой, ты что идешь? Что это было? Вы через забор какой-то перепрыгнули. Окей. Куда ты тормози, оу, друг? Я стою. Я прошу тебя так. Так, кончено. Джек Шепард. Тубоксид. Ты какой нафиг, блин, ты трогаться должен был. Поехали, быстрее. Офигеть. Я-то думал, тебе место к водилу освободить. Я выпал и умер. Нет! Мать, как все быстро закончилось. Снейк. Блин, зачем сюда поехал? Мне показалось, что здесь дорога. Блин, как я выпал вообще? Снейк! Ну, понятно, как я выпал, но как вовремя.
Мы так почему он, а не я? Ну почему он? Почему жизнь забирает самых лучших из нас? Вы заметили, а за последние сколько серий? 10 я умер уже третий раз. Это капец какой-то. Все за нами, нет зомби. Нет, нет, тормози. Не везет. Так, ладно, на этом я прекращаю серию, да и вы, наверное, да тоже. Да и мы, наверное, прекращаем. Встретимся, начнем новую. Да, в следующей серии будет новый персонаж, этому не повезло. Он выпал на дорогу перед зомби на скорости. Это капец какой-то. Увидимся в следующей, у меня будет новый. Вы, кстати, моего персонажа бы полутали там, да, этот, взяли бы что-нибудь хорошее, если что там есть. Но это уже ладно. Ну, Ленфилл хотя бы взяли бы. Зачем? У нас есть оружие. Чисто тебе? Чисто мне, да. Ладно, в общем, давайте тогда прощаться. Пока-пока всем. Всем пока. Увидимся завтра. Пока-пока-пока.